Чаксурмилитаньена тасмай Шри Гураве Намаха. Намам Вишну Падая Кришна Престая Бутале. Шримати Бхакти Веданта Свамините Намане. Намасте Сарасати Деве Коравани Пречарине. Нирвисеша Шуньявади Пасчача Дешатарине. Ванчакалпатарубьяща Крипа Синдубай Эвача Патитанам Паванебьо Вайшнавибьо Намо Намаха. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. We're reading Nectar of Devotion and we're on the fifth chapter about how devotional service surpasses all kinds of liberation. И мы читаем Нектар преданности, главу пятую, которая называется «Чистота преданного служения». So in the introduction of this chapter, Rupa Goswami began the book by defining pure devotional service. И Рупа Госвами начинает свою книгу с описания чистого преданного служения. And then he went on in the first chapter to give the six different characteristics of pure devotional service. И затем в первой главе он дает шесть характеристик чистого преданного служения. And he has explained how devotional service is performed on three different levels, that there's devotional service in practice, devotional service in ecstasy, and devotional service in love of God. И он дает, он говорит о том, что преданное служение существует на трех уровнях. Духовное преданное служение на практике, преданное служение в экстазе и преданное служение в любви к Господу. These technical names are sadhana bhakti, bhava bhakti, and prema bhakti. They're all pure devotional service. И технически они имеют название садхана бхакти, према бхакти и бхава бхакти. И все это виды чистого преданного служения. Then the second chapter describes the first stages of how to practice bhakti, how to begin the practice of bhakti yoga. И вторая глава описывает нам то, как практиковать бхакти йогу. In chapter 3 and 4 and 5 are describing the purity of devotional service and how devotional service doesn't depend on any material condition. И третья глава описывает чистоту преданного служения и то, как преданное служение не зависит ни от каких материальных условий. It doesn't depend on our birth, it doesn't depend on our karma, it doesn't depend on anything material. Оно не зависит ни от нашего рождения, ни от нашей кармы, ни от чего бы то материального. So we're just coming to the end of this fifth chapter. Итак, мы подошли к концу пятой главы. Yeah. Go, so you can continue reading. Татьяна. В Агасте Самхите есть еще одно тому свидетельство. Как освобожденной душе не обязательно соблюдать регулирующие принципы, указанные в Писаниях, так и человеку, занятым служением Господу Рамачандре, ни к чему совершать ритуалы, описанные в приложениях к ведам. Иначе говоря, преданные Господу Рамачандре, то есть преданные Кришны, уже достигли освобождения, им не обязательно следовать всем регулирующим принципам, упомянутым в ритуальных разделах ведических писаний. All right, so an interesting quote is given here from a scripture called the Agastya Samhita, that the devotees of Lord Rama, so that includes also Lord Krishna, are liberated persons. И здесь приведена очень интересная цитата.
из такого ведического писания, как Агастья Самхита, и здесь говорится о том, что все преданные Господа Рамы, включая преданных Господа Кришны, все являются освобожденными душами. Of course, we know in the Bhagavad Gita describes that anybody who's engaged in devotional service, then they're on the platform of Brahman, they're liberated souls. Из Бхагавад-гиты, мы знаем, что все, кто занимается преданным служением, находятся на уровне брахмана, а не освобожденной души. So the quote is given here that somebody who is actually a devotee, they will be engaged in devotional service, so they're not required to follow the principles which are in the scriptures for rituals. И здесь цитата это говорит о том, что те, кто занимаются преданным, истинно преданным служением, им не нужно участвовать в каких-либо ритуалах, описанных в писаниях. In the Vedas there are many different rituals described. These rituals are performed for material benefit. И в ведических писаниях очень много ритуалов, которые проводятся для получения материального блага. Right, so we would call these kind of rituals, they would be like karmakandi activities. И такого рода ритуалы мы называем деятельностью кармаканди. So to perform karmakandi activities, there are many different principles required to be different conditions to be met. И чтобы заниматься этой деятельностью кармаканди, следует придерживаться очень многих принципов. You may have to do different things, like you may have to give a certain charity to certain people, to certain brahmanas or something, or you may have to practice celibacy for a certain time. You may have to worship certain deities. То есть человек должен совершать какие-то пожертвования в определенное время, в определенном месте, определенным людям, определенным браманам, соблюдать, допустим, целибат какое-то определенное время, поклоняться определенным божествам. It's like, you know, people, there are many demigods in the Hindu culture, Vedic culture, and people may have to worship different demigods, like Lord Shiva, Lord Ganesh, and so on. Например, в ведической культуре люди поклоняются различным божествам, таким, например, как Господь Шива или Господь Ганеша. And you may have to do prayers for the benefit of your forefathers. И люди возносят молитвы ради блага своих предков. But if somebody's a devotee of Krishna or Rama, they don't have to do these things. Но тот, кто является преданным Господа Кришны или Господа Рамы, не обязан делать это. Because they're already engaged in the service of the Supreme Lord, they don't need to do any of these other things. Поскольку они уже занимаются преданным служением Господа, им не нужно заниматься всеми этими другими вещами. Go ahead. Аналогичное утверждение содержится в 11-й песне Шримад-Бхагаватам 5.42, где Карамбаджана Муни обращается к царю Ними со следующими словами. «Мой государь, человек, который оставил поклонение полубогам и сосредоточил всю свою энергию на преданном служении Верховной Личности Бога, очень и очень дорог Господу, а потому, если случайно или по ошибке он делает что-либо недозволенное, ему не нужно совершать никаких очистительных обрядов. Господь, находящийся в его сердце, проявляет сострадание к допустившему случайную ошибку преданному и поправляет его изнутри. Это также неоднократно подтверждается в Бхагавад-гите, где говорится, что Верховная Личность Бога Кришна проявляет особую заботу о своих преданных. Он снова и снова подчеркивает, что его преданные не могут пасть, он всегда защищает их. Okay, so this is a quote now from the 11th canto, and it's Karabhajana Muni talking to Maharaj Nimi. Karabhajana Muni is one of the 9 Yogendras, who are all sons of Lord Rishabhdev.
И здесь приводится цитата из 11-й песни Шримад Бхагава, там, где Карабаджана Муни обращается к царю Ниме. И он является одним из 9 йогендр, сыновей Господа Ришабхадева. When Prabhupada first wrote this book, Nectar of Devotion, most of the Srimad Bhagavatam had not come out. We only had like the first canto and the part of the second canto. И когда Шрила Прабхупада написал эту книгу «Нектар преданности», у нас не было всех песен Шримад Бхагаватам, была только первая песня и вторая. So we were reading Nectar of Devotion, but we had no idea who these people are. Поэтому, когда мы читали «Нектар преданности», мы даже не представляли, кто эти люди, которые здесь описываются. It's only later that we got the whole Srimad Bhagavatam and we heard about Karabajana Muni and the nine Yogendras, all these brothers. И мы узнали об этом лишь позже, когда вышел весь Шримад Бхагаватам. Мы поняли, кто такой Карабаджана Муни и его братья Йогендры. So the nine Yogendras, they were preachers. They were traveling renunciates. They were like sannyasis almost. They were just going around preaching the message of devotional service. И 9 йогендр были проповедниками. Они путешествовали повсюду и проповедовали славу преданному служению. And they were able to meet with this king, Maharaj Nimi. Maharaj Nimi was very inquisitive. He gives a lot of nice questions. И они пришли к Махараджу Ними, и он был очень заинтересован в этом и задавал очень много хороших вопросов. You'll see one of the questions Maharaj Nimi asked. He was asking about the Lord's incarnations in each age. And it's specifically mentioned about how Lord Chaitanya is the Lord's incarnation in the Kali Yuga. И одним из таких вопросов было, каковы были воплощения Господа в каждой юге, и особенно воплощение в Кали Югу Господь Чайтанья. All right, so here this verse is given, that somebody who is a devotee of Lord Krishna, he doesn't have to do things like worship the demigods, as we said. И то, что в данном стихе говорено, это то, что тот, кто является преданным Господа Кришны, также не должен поклоняться другим полубогам. Это то, о чем мы уже говорили. In material life. Someone is may not be a devotee of Lord Krishna. He has some duty to all the different demigods. He has to perform some puja, try to please all the different people, please the ancestors, all the teachers, and please also the different devas, demigods. Если человек не является преданным Господа Кришны, то у него есть долг перед полубогами, перед его учителями. Он должен их удовлетворять, выполнять по отношению к ним свои обязанности. But if one is worshipping Krishna, the Supreme Lord, or even Lord Rama, like that, then he's freed of this obligation, because Lord Krishna is the Supreme Lord, so he's watering the root. You don't have to water all the leaves and branches. Если человек поклоняется Господу Кришне или даже Господу Раме, то ему нет необходимости поклоняться полубогам, поскольку ему нет необходимости выполнять все эти обязательства по отношению к остальным, поскольку поливая корень дерева, которым является Верховный Господь, он питает все листья и ветки. And then it's mentioned that even if the devotee does something which he shouldn't have done, something which was forbidden, then he doesn't have to do any special activities to make up for it. И здесь описывается, что даже если человек даже если преданный совершил какую-то ошибку, то, что запрещено делать, то он ничего не должен делать для того, чтобы поправить ее. Of course, this is assuming that the devotee did it accidentally, without, you know, it wasn't something which he was planning to do. He's not thinking,
that I'll do this and Krishna will protect me. But somehow by accident he did something which he shouldn't do. И, конечно, здесь речь идет о том, что человек делает что-то случайно, он не планирует это заранее, то есть он случайно совершает такой поступок, который он делать не должен, не думая о том, что вот я запланирую сейчас, а Кришна меня защитит. So, Krishna will protect him. Krishna will make up for it. He can still give the devotee shelter. He will correct the devotee from his heart. И Кришна защитит такого преданного, он и поправит преданного из сердца. The creation will come about that the devotee will feel very sorry that he did such a thing, that he made a mistake. И смысл в том, что преданный чувствует очень большое сожаление о том, что он допустил эту ошибку. The devotee will hate himself even. He'll feel disgusted that he did such a foolish thing. И преданный начинает даже ненавидеть сам себя. Он чувствует себя очень мерзко от того, что он совершил такую глупость. And he will become very, very careful in the future not to do the same thing again. И он становится очень-очень аккуратным в будущем, чтобы не повторить этой ошибки снова. So this is also described in the Bhagavad Gita. Krishna says in the chapter 9, api chet sudaracharo bhajate mamananyapa. That even if one somehow does something sinful, he will quickly become righteous, he will quickly become purified. И об этом же говорится в 9 главе Бхагавад-гиты. Господь говорит, что даже если преданный совершит какую-то ошибку, то очень он быстро он очистится. So this happens, this comes about because the Lord, the Supreme Lord Krishna, takes special interest in his devotee and he wants to help them to come to the perfect stage. И это происходит потому, что Господь Кришна имеет особый интерес к своему преданному, и он очень хочет, чтобы тот поднялся на новый, более совершенный уровень. Somebody who, anybody who even who began to chant the holy name or to engage in the Lord's service, then their names are in Krishna's book, and Krishna is always thinking about how to bring them fully to Krishna consciousness. И если кто-то начал повторять святое имя Господа или занялся преданным служением ему, то все их имена находятся в записной книжке Господа, и он всегда думает, а как их полностью привести к преданному служению. So this is said in the Bhagavad Gita, Kunti apriti janahi name bhakta pranashati. Krishna is saying to, he tells Arjun, declare it boldly, my devotee will never fall down, he will never be vanquished, he will never be driven away. И Господь Кришна говорит Арджуне, Арджуна, объявляй всем, что мой преданный никогда не погибнет. So Krishna tells Arjuna to make this announcement. He says, take Madanga and Kartals and go out in the street and loudly declare it to everyone. That my devotee will never perish. И Господь Кришна говорит Арджуне, бери мридангу, караталы, иди на улицу и объявляй это, об этом всем, чтобы преданный никогда не погибнет. So Krishna tells Arjuna to make this announcement. Why didn't Krishna make it himself? Why didn't Krishna himself see this? There's a special reason. И почему Кришна говорит это сам? За этим есть какая-то особая причина. The reason is that Krishna is about to break his promise. Because remember, this is stated that Krishna said this on the battlefield at Kurukshetra. And Krishna had promised he wasn't going to fight. И это произошло потому, что Кришна сказал это перед тем, как нарушить свое обещание, потому что на поле битвы Курукшетра он сказал, что он не будет сражаться. Krishna promised, I'm not going to fight, I'm just going to be the driver of Arjuna's chariot. But when Arjuna's life was in danger,
Krishna was forced to fight. И Кришна пообещал, что он не будет сражаться на Курукшетре и будет лишь возничим на колеснице Арджуны. Однако, когда жизнь Арджуны была в опасности, он был готов, Кришна был готов к сражению. So Krishna broke the lower principle for the higher principle. То есть Кришна отвернулся от более низкого принципа, чтобы поддержать более высокий. The lower principle was that Krishna had promised, I'm not going to fight. Krishna said, no, I won't fight, I'm just going to drive Arjuna's chariot. So that was the lower principle, his promise. He gave a promise, I'm not going to fight. But he broke that promise. И низшим принципом было то, что Кришна дал обещание, что я о том, что он не собирается сражаться и лишь будет возничим колесницей Арджуны. И таким образом, низший принцип был нарушение этого обещания. He broke that promise for the higher principle. The higher principle was to protect his devotee, because he promised his devotee would never perish. И он нарушил этот принцип ради более высокого принципа, который заключается в том, что Кришна всегда защитит своего преданного. So Krishna sometimes he does like that. He breaks his promise. So that's why he's telling Arjuna, you declare it, Arjuna. You're a kshatriya. And people will believe you. If I tell them, they may not believe me. И Кришна сделал это, нарушив свое обещание. Он сказал, Арджуна, ты должен объявить об этом всем, поскольку люди поверят тебе. Если я об этом скажу, то мне никто не поверит. The people may know my, they may know about Krishna. They may know he's a very tricky person. He says things and he does something else. We can't believe what he says. Люди скажут, ну, Кришна это очень такой скользкий очень человек, он говорит, говорит одно, а делает другое, мы ему не верим. And sometimes the acharyas even say, Krishna is saying like this because he's from Vrindavan. And sometimes the Brijbasi people, they're not honest, sometimes they tell lies. И иногда говорится, что Кришна из Вриндавана, и известно, что иногда sometimes Bridjabasi says lies. Yes. И иногда Bridjabasi они говорят неправду. So Krishna is a Bridjabasi, he's from Vrindavan, right? So they may think, oh, this Krishna, you can't believe anything he says. И таким образом Кришна уже из Вриндавана, он Bridjabasi, поэтому вы не можете верить ему, что он говорит. So let Arjuna tell everyone. И поэтому он позволил Арджуне сказать об этом. Arjuna is a kshatriya. He's got the royal blood. So these people, the kings, like Maharaj Yudhisthira, they never tell a lie. И Арджуна, он царской крови, как, например, Махарадж Юдхиштхира, а цари никогда не говорят неправду. Okay, so we're going to go on now to the next chapter. How to discharge devotional service. И мы переходим к следующей главе, которая называется «Как нести преданное служение». We've been hearing about the nature of devotional service, the characteristics. Now we're here going to hear what we have to do, how to do it. И мы разбирали то, какова природа преданного служения, каковы его характеристики, а теперь мы будем читать о том, как заниматься преданным служением. Go ahead. Шрила Рупа Госвами говорит, что его старший брат, Санатана Госвами, в качестве руководства для вайшнавов написал Харибхакти Виласу, и в ней перечислены многочисленные правила и ограничения, которым должны следовать вайшнавы. Некоторые из этих установлений очень важны и существенны, поэтому Шрила Рупа Госвами, заботясь о нашем благе, перечислит здесь самые важные из них. Имеется в виду, что Рупа Госвами намерен назвать только основные принципы, не касаясь деталей. К примеру, один из основных принципов гласит, что человек должен принять духовного учителя. Как конкретно нужно следовать наставлениям духовного учителя, это уже деталь. Например,
Если преданный выполняет какое-то наставление своего духовного учителя, но это наставление отличается от наставлений другого духовного учителя, это относится к деталям. Основной принцип, заключающийся в принятии духовного учителя, универсален, хотя детали могут отличаться. Шрила Рупа Госвами не хочет вдаваться в подробности, его цель — представить нам только принципы. Right. So, Sanatan Goswami is the elder brother of Rupa Goswami, and he had written this book, his famous book, called Hari Bhakti Vilas. И Санатана Госвами, старший брат Шрилы Рупы Госвами, написал эту знаменитую книгу Хари Бхакти Виласа. So in Hari Bhakti Vilas, Sanatana Goswami had given a lot of details, a lot of different rules and things, which would be very maybe difficult for all of us. И в своей книге Санатана Госвами дал очень много деталей, очень много правил, которые, возможно, очень будут сложны для нас. But so what Rupa Goswami is going to give only some very important items. Но Рупа Госвами дает нам только самые важные моменты. Right? So Prabhupada explains that there are principles and there are details. So the principles are more important. The details are not so important. И Шрила Прабхупада говорит, что есть принципы, а есть детали. И принципы важны, а детали не очень важны. Just like principle is that we should be vegetarian. Допустим, принцип должен быть таким. Мы должны быть, есть принцип, мы должны быть вегетарианцами. And the detail would be, you know, what we eat. Somebody eats grechka, and somebody eats rice, and somebody eats bread. So that's a detail. А деталями будет, что мы едим. Кто-то ест гречку, кто-то ест рис, кто-то ест хлеб и так далее. So the details are not they're not so important, but the principle cannot be changed. И детали они не так важны, но принцип он очень важен и он не может быть изменен. And Prabhupada gives an example about a spiritual master. He said different spiritual masters may give different instructions. И Шрила Прабхупада приводит пример с духовным учителем, что разные духовные учителя могут давать разные наставления. Just like you know, we take initiation from someone, and then we may take in somebody else as a shiksha guru, and they give us instructions. So there may be some difference there in the instructions. Например, мы принимаем кого-то как дикша гуру, затем после инициации принимаем кого-то другого учителя как нашего шикша. И могут быть различия в их наставлениях. But the important point is that you're following a spiritual master. That's good. И очень хорошо, когда вы очень важно то, что следует человек должен следовать духовному учителю, это хорошо. The instructions may be different, but the principle is there to follow the spiritual master. И наставления могут быть различными, но принцип состоит в том, чтобы следовать духовному учителю. All right, so we're going to hear about these different, here Rupa Goswami is mentioning different principles. И здесь мы будем читать о том, как Шрила Рупа Госвами отмечает различные принципы. Go ahead. Он перечисляет следующие основные принципы. Первое. Принять покровительство лотосных стоп истинного духовного учителя. Второе. Получить посвящение от духовного учителя и учиться у него, как исполнять преданное служение. Третье. Подчиняться указаниям духовного учителя с верой и преданностью. Четвертое. Под руководством духовного учителя следовать по стопам великих ачарьев, учителей. Пятое. Задавать духовному учителю вопросы о том, как совершенствоваться в сознании Кришны. Шестое. Ради удовлетворения Верховной Личности Бога Шри Кришны быть готовым пожертвовать любой материальной привязанностью.
Подразумевается, что, встав на путь преданного служения Кришне, мы должны быть готовы расстаться с чем-то, что нам, может быть, не хочется терять, или принять нечто такое, что нам не нравится. Седьмое. Жить в святом месте паломничества, в частности, в Двараке или в Риндаване. Восьмое. Принимать только необходимое и свести контакты с материальным миром к необходимому минимуму. Девятое. Соблюдать пост в день Экадыши. Десятое. Поклоняться священным деревьям, в частности, баньяну. So these first 10, you can see they're very important items. И вы видите, эти первые 10 принципов, они все очень важны. And they're all things which we should do. Это все те вещи, которые мы должны делать. Right? So the first 5 are all concerning the spiritual master. И первые 5 принципов все имеют отношение к духовному учителю. That we, if we're going to perform devotional service, it's very important to have a spiritual master. Если мы собираемся заниматься преданным служением, то очень важно иметь духовного учителя. We cannot just simply do everything independently. Мы не можем делать просто все независимо. Of course, we have to know the qualification of a spiritual master. Конечно же, мы должны знать квалификацию духовного учителя. And one should be convinced by when we take initiation. We should be convinced. We should have firm faith in that spiritual teacher. И конечно же, когда человек принимает духовного учителя, он должен быть очень уверен в духовном учителе. And the important qualification is that the spiritual teacher will connect us to Srila Prabhupada, who is the founder of the Krishna consciousness movement. И мы должны быть убеждены в том, что этот духовный учитель соединит нас со Шрилой Прабхупадой, который является основателем движения сознания Кришны. It's not that the spiritual master himself is absolute. But his duty as a spiritual master is to connect us to the previous spiritual master, Srila Prabhupada. И духовный учитель как таковой, он духовным учителем не является, это абсолют. И обязанность духовного учителя состоит в том, чтобы соединить нас с предыдущим ачарьей, со Шрилой Прабхупадой. The spiritual master himself will consider himself unqualified, but he knows that if he can connect the devotee, the disciple, to Srila Prabhupada, then that can save the life of that disciple. И духовный учитель считает себя неквалифицированным, но он знает, что если он соединит этого человека со Шрилой Прабхупадой, то таким образом он сможет спасти душу своего ученика. So the first thing is to accept the shelter of a spiritual teacher. Прошу прощения. Он может спасти таким образом жизнь своего ученика. И первым принципом является принять покровительство лотосных стоп истинного духовного учителя. Now, to take shelter of a spiritual master means you have to follow 4 regulative principles and you have to be chanting 16 rounds. И принять покровительство духовного учителя означает практиковать 4 регулирующих принципа и читать 16 кругов. Then you're qualified to take shelter of a spiritual teacher. И тогда вы будете квалифицированы принять прибежище духовного учителя. But the spirit is, and it's up to the spiritual teacher if he's willing to accept you or not. Но все зависит от духовного учителя, желает ли он принять вас или нет. Sometimes the spiritual teacher may say, "No, I don't want any more disciples. I have enough disciples." Иногда духовный учитель сказать нет, я может сказать нет, я не хочу больше учеников, у меня их достаточно. The spiritual teacher may have some personal reasons why he doesn't want to give shelter. Иногда у духовного учителя могут быть свои какие-то личные причины, по которым он не
хочет давать свое покровительство. So then you may have to find someone else to give you initiation. Тогда вы можете найти кого-то еще, кто может дать вам инициацию. So the second item is taking initiation and learning how to do devotional service from the spiritual teacher. И второй принцип состоит в том, чтобы получить посвящение от духовного учителя и учиться у него, как исполнять преданное служение. We take shelter, and the intention is that one day we should also take initiation. И когда мы принимаем прибежище, это значит, что однажды мы примем у него посвящение. The initiation is where we actually become connected to the disciplic succession. И получить посвящение. Получение посвящения обозначает, что тогда мы подсоединяемся к ученической к линии учеников, к ученической преемственности. Initiation is where we make the commitment to devotional service. И посвящение. Посвящение означает, что мы становимся, что мы преданы преданному служению. Just like maybe you want to buy a car. So when you want to buy the car, you may say, okay, I will just take it for a trial drive. And you try to, you drive it for a little while to feel how the car drives. Например, когда мы, when we buy a car. Yes. Yeah? И, как, например, когда мы покупаем машину, мы можем взять ее, скажем так, на такой небольшой тест-драйв, чтобы попробовать, а как она себя ведет, как она едет. Right. You try the car out, you see it's working okay, and then you come back and you sign the papers and you pay the money and becomes your car. То есть вы берете машину, какое-то проезжаете на ней. И потом, если она вам нравится, вы возвращаетесь и подписываете все эти основные документы и покупаете ее. So in the same way, we take shelter of the spiritual master, and then we take initiation. И подобным же образом мы принимаем прибежище у духовного учителя, а потом принимаем от него инициацию. And with the initiation, then you actually become connected to the spiritual master and to the disciplic succession. И когда мы принимаем инициацию, принимаем посвящение, только тогда мы становимся действительно соединенными с духовным учителем и ученической преемственностью. And then the spiritual master becomes eager to instruct and to train you in devotional service. И тогда у духовного учителя появляется желание давать вам наставления и учить вас, как исполнять преданное служение. So number three describes following the orders with faith and devotion of the teacher, of the guru. И третий принцип – это подчиняться указаниям духовного учителя с верой и преданностью. If we get some instruction from the spiritual teacher, we have to follow it very carefully. Если мы получаем от духовного учителя какое-то наставление, то мы должны очень тщательно его исполнять. This is one of the offenses in chanting the holy name. To disobey the order of the spiritual master is an offense. И одним из оскорблений святого имени является то, что если человек ослушивается наставлений духовного учителя. So we see like Srila Prabhupada was given instructions by his spiritual master. И мы видим, как Шрила Прабхупада, его духовный учитель, дал наставление. Spiritual master told him, if you ever get money, use it to print books. И его духовный учитель сказал ему, если у тебя когда-либо будут деньги, используй их для того, чтобы напечатать книги. His spiritual master told him, you should read this book, Bhakti Rasamrita Sindhu by Rupa Goswami. It's a very important book for devotees.
Его духовный учитель сказал, ты должен прочитать эту книгу Шрилы Рупа Госвами. Это очень важная книга для преданных. So when Prabhupada went to America, one of the first books which he printed was this Nectar of Devotion. И поэтому ты должен напечатать эту книгу. И как, поэтому, когда Шрила Прабхупада отправился в Америку, то Нектар преданности был одной из первых книг, которые он напечатал. Prabhupada had come to America. He didn't have money, but when he got any money, he used it to print this book. И когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, у него совсем не было денег. И как только они у него появились, он использовал их для того, чтобы напечатать книгу. So he never went against the orders of his spiritual master. Он никогда не шел против наставлений, против приказа своего духовного учителя. So then number four. Following in the footsteps of great acharyas under the direction of the spiritual master. Четвертый принцип. Под руководством духовного учителя следовать по стопам великих ачарьев. Following in the foot, this is also mentioned in the Nectar of Instruction. It said like that, that we should follow in the footsteps of the previous acharyas. Six items which are mentioned there, which are favorable for devotional service to help us advance, and this is one of them. И этот пункт также употребляется в Нектаре наставлений, где описывается шесть благоприятных вещей, которые помогают преданному служению, и этот принцип является одним из них. So following in the footsteps means we should be like the great acharyas. We should be straightforward, we should be honest, we should not cheat, we should do as we are preaching, we should also do. И этот принцип следовать по стопам великих ачарьев означает, что мы должны следовать за ними, то есть мы должны быть честны, мы не должны обманывать, и если мы что-то проповедуем, то мы должны сами это делать. If we tell devotees to chant Hare Krishna mantra, and we are not chanting, then this is not good. Если мы говорим преданным, нужно повторять Хари Кришна мантру, а сами этого не делаем, то это нехорошо. We have to teach by example. Мы должны учить своим собственным примером. So the order of the spiritual master should become life and soul of the disciple. И таким образом наставления духовного учителя должны стать жизнью и душой ученика. And when we faithfully try to follow the order of the spiritual master, then we become qualified for the mercy of Krishna. И когда мы с верой выполняем наставление духовного учителя, тогда мы становимся квалифицированными получить милость Кришны. As we sing in the Guru Vastikam, by the mercy of the spiritual master, we get the mercy of Krishna. Как мы поем в Гуру Вастике, что благодаря милости духовного учителя мы получаем милость Кришны. And then number five, inquiring from the spiritual master how to advance in Krishna consciousness. Пятый принцип. Задавать духовному учителю вопросы о том, как совершенствоваться в сознании Кришны. How to advance? So that should be the desire of the devotee, that he genuinely wants to advance in Krishna consciousness, and he inquires, he'll put questions before the spiritual master for this purpose. И совершенствоваться в сознании Кришны — это должно быть желание ученика, и он постоянное желание ученика, и он должен задавать эти вопросы об этом своему духовному учителю. Mm-hmm. Then the sixth item, number six. So the first five, you can see they're all in relation to the spiritual teacher. So how important the position of the spiritual teacher is. Итак, первые пять принципов, они все связаны с духовным учителем, и поэтому видим, насколько важен духовный учитель. And we see also it specifically mentions initiation, that these are all items of devotional service. И мы видим, что здесь особенно обозначено посвящение, и все это является пунктами, все это является преданным служением. Of course, everyone can choose when and from whom they take initiation.
Конечно же, человек может выбирать, когда и от кого получать посвящение. In ISKCON, there are many spiritual masters. Some are grihasthas, and some are brahmacharis, and some are sannyasis, all different positions. И в ИСКОН есть много духовных учителей, кто-то из них грихаст, кто-то брахмачари, кто-то саньяси, они все занимают различные положения. Some spiritual masters are Russian, and some spiritual masters are African, and some spiritual masters are American, all different bodies. Кто-то из духовных учителей является русским, кто-то африканцем, кто-то американцем, то есть все они находятся в разных телах. So we have to have developed some kind of relationship with a spiritual master, and from this, then we can develop our Krishna consciousness. И мы должны развить отношения с духовным учителем, и таким образом это поможет нам развить отношения с Кришной. So number six says we must be prepared to give up anything material for the satisfaction of Krishna. И шестое, шестой принцип, ради удовлетворения верховной личности Бога Шри Кришны, быть готовым пожертвовать любой материальной привязанностью. Just like we may not like to give up drinking tea and coffee. Возможно, нам не понравится то, что нужно бросить пить чай или кофе. Some people become very attached to a cup of tea or a cup of coffee. We think it's not harmful. We don't like to give it up, but we have to do it for Krishna. И кому-то людям иногда нравится выпить чашечку кофе или чашечку чая, и мы думаем, что это не так как-то оскорбительно, но тем не менее мы должны избавиться от этих привычек. And we sometimes we have to do things that we don't like to do. И иногда мы должны делать вещи, которые нам не нравятся. Just like we may not like that we have to wake up early in the morning. Например, нам может не нравиться просыпаться рано по утрам. Some people, they like to sleep till 10 o'clock in the morning. Некоторым людям нравится спать до 10 по утрам. Especially this winter time, it's very cold outside, and oh no, we don't want to wake up, we just like to stay in the blankets. И особенно зимой, когда снаружи очень холодно, они думают, о нет, мы лучше тут под одеялком полежим. But we have to do it. We have to get up for Krishna. We have to think, Krishna wants me to get up. Krishna wants me to wake up and start chanting. I better do it. Но мы должны думать о том, что Кришна хочет о том, чтобы я проснулся пораньше. Он хочет, чтобы я встал и начал воспевать. So this is devotional service. We do that. We'll do what we even don't like to do. We'll do it for Krishna. И таково преданное служение. Мы занимаемся даже тем, чем нам не нравится заниматься, но мы все это делаем для Кришны. We want to love Krishna. We want to have a relationship with Krishna. Have to do what he likes. Мы хотим любить Кришну, хотим развить отношения с Кришной, мы хотим делать то, что нравится ему. Just like, you know, the woman may have a boyfriend, but if the boyfriend is always smoking and drinking, and the woman says, oh, don't smoke, don't drink, then, you know, they won't have a good relationship. The woman will not enjoy the company of the man who does things which she doesn't like. Например, у женщины есть мужчина, и он пьет и курит, и ей это очень не нравится, она ему постоянно говорит, пожалуйста, не кури. Вот. И это не способствует, это его привычка не способствует развитию их отношений. So the same way we want to please Krishna, we want to develop that relationship with Krishna, we have to act in a manner to please him. И таким образом мы хотим удовлетворить Кришну, мы хотим развить с ним отношения, и поэтому мы действуем таким образом, чтобы ему это нравилось. Then number six, living in a sacred place. Oh, number seven, living in a sacred place like Dwarka or Vrindavan. Седьмой принцип, жить в святом месте, в таком, например, как Дварака или Вриндаван.
So, if we cannot physically go there, at least mentally we can go there. Если мы не можем попасть туда физически, по крайней мере, мы можем сделать это в своем уме. There are some devotees who, wherever they go, they make that place just like Vrindavan. Есть преданные, которые куда бы они ни отправились, они делают это место подобным Вриндавану. They have pictures of Vrindavan all over the walls, and they're playing always the kirtan from Vrindavan, the holy name. Они размещают изображения Вриндавана по всем стенам, и они поют вриндаванские киртаны. So they're always in Vrindavan. Поэтому они всегда находятся во Вриндаване. Number 8, accepting only what is necessary or dealing with the material world only as far as necessary. Восьмой принцип. Принимать только необходимое, свести контакты с материальным миром к необходимому минимуму. Yeah, we know the material world is not a very pleasant place, but there are certain things which we have to do. We cannot avoid. We have certain obligations. Мы знаем, что материальный мир не самое лучшее место, но есть какие-то вещи, которые мы должны делать, поскольку у нас есть обязательства. Just like what, maybe we have a job and we have to work with people who are not devotees, or we live in a house and with the neighbors are all not devotees. Возможно, у нас есть работа, на которой сотрудники не являются преданными, либо мы живем в доме, где соседи преданными не являются. So we have to deal with these people, but it's not very pleasant. Да, мы должны как-то взаимодействовать с этими людьми, но это не слишком нас радует. So we try to minimize. Just do what is necessary. Поэтому мы пытаемся свести такое общение к минимуму и делаем только то, что действительно необходимо. Number 9. Fasting day on Ekadasi. We may not like to fast. Yesterday we had Ekadasi here, so we were fasting yesterday. И девятый принцип – соблюдать пост день Экадаши. Вчера у нас был здесь Экадаши, и мы постились. We're supposed to increase our hearing and chanting on Ekadasi. И предполагается, что мы больше слушаем и больше воспеваем на Экадаши. Srila Prabhupada instructed we should chant 25 rounds on Ekadasi. И Шрила Прабхупада говорил, что на Экадаши мы должны читать 25 кругов. Usually we'd only chant 16 rounds, but on Ekadasi he wanted us to increase our chanting and try to chant 25. И обычно мы читаем 16 кругов, но на Экадаши мы увеличиваем количество кругов и пытаемся читать 25. So by observing Ekadasi in the proper mood, we can make spiritual advancement. Bhaktivinoda Thakur said, it becomes the mother of devotion when we take shelter of it. И соблюдая правильным, должным образом Экадаши, мы получаем от этого неизмеримое благо. И Бхактивинода Такур? Yeah. Бхактивинода Такур говорил, что Экадаши – это мать преданности. Yeah, it's stated in the song Shuddha Bhakata. Shuddha Bhakata Charana Renu Bhajana Nukula. Right? It said Madhavatiti Bhakti Janani. Madhavatiti means holy days, like Ekadasi and Janmashtami, become the mother of devotion for those devotees who take shelter of them. И здесь говорится, поется, да, Мадхава Титхи, это святые дни, как, например, Экадаши, и все они, Экадаши, and all this is benefit for those who follow them. Yeah. И все они приносят благо для тех, кто следует этим дням, соблюдает эти праздники. We try to increase our hearing and chanting. That's the real purpose of the holy days. И настоящая цель
святых дней, святых праздников состоит в том, что мы увеличиваем свое чтение, свое слушание и воспевание. And we're also encouraged, we should not take any grains or beans on the Ekadasi day. И также на Экадаши мы не едим зернобобовое. So that means you cannot take any bread on Ekadasi. Это значит, что вы в Экадаши не можете есть хлеб. And we don't take dal on Ekadasi. Дал есть в Экадаши. So we have to be careful about what we're cooking. There's a special Ekadasi diet, special things to be prepared on Ekadasi. Поэтому мы должны очень аккуратно относиться к тому, что мы готовим на Экадаши, и в Экадаши существует определенная специальная диета. It is said that the personification of sin resides in food grains on the Ekadasi day. Говорится, что проявленный, персонифицированный грех проявляется в зерне в день Экадаши. And it is said that if you eat grains on the Ekadasi day, then you are killing the spiritual master. И говорится, что если вы едите зерно в день Экадаши, то вы убиваете своего духовного учителя. I was in Kaukara temple one time, and when Srila Prabhupada was there, and somehow it happened, a devotee who was cooking had cooked beans on Ekadasi, and it was all served to the devotees, and they all ate it. И я был как-то в храме в Калькутте, и там же был Шрила Прабхупада, и был Экадаши, и получилось как-то так, что приготовили на кухне, приготовили бобы преданные в качестве просада, и все это было раздано преданным. So, и все это поели. So when the devotees realized that they'd been eating beans, then they rushed to Prabhupada. And Prabhupada said, you all have to fast for 3 days. И когда преданные поняли, что они поели бобов, то все они побежали к Шри Прабхупаде. Он сказал, вы все должны поститься в течение 3 дней. So Prabhupada was very upset, and he took it very seriously. И Шрила Прабхупада был очень расстроен, он принял это очень серьезно. Later on, he said, all right, you have to observe Ekadasi the next day. И позже он сказал, ну хорошо, вы должны соблюдать Экадаши на следующий день. But it's very important to follow Ekadasi. Но следовать Экадаши очень важно. And so you have to have a calendar. Everyone should have a Vaishnava calendar with the holy days. We should know the different festivals, and we should know when is Ekadasi. И у вас у всех должен быть календарь, в котором отмечены вайшнавские праздники и отмечены дни Экадаши. You can't just say, oh, I didn't know. Вы не можете просто сказать, ну, я не знал. Okay, then number 10, worshipping sacred trees like the banyan tree. Десятый принцип, поклоняться священным деревьям, в частности, баньяну. So banyan trees, one sacred tree, other sacred trees like tulsi, they have to be properly respected. Баньян является священным деревом, и также священным деревом является туласи, они им следует поклоняться должным образом. They are sacred trees. Это все священные деревья. Means you don't cut them, you don't damage them, you offer obeisances to them even. You can worship them, offer obeisances to them, and show proper respect for them. Вы не должны их наносить им какой-то вред, не должны обрезать их, вы должны поклоняться им должным образом и выражать им свое почтение. So these are all 10 and very important items, things which we have to do, which we're supposed to do. И это 10 основных принципов, которые предполагается, что мы должны делать. Okay, the next 10 items are things we're not supposed to do. И следующие 10 пунктов это то, что мы не должны делать.
So we'll hear of them next week. И мы о них почитаем на следующей неделе. Are there any questions? Есть ли какие-то вопросы? Yeah, there's a question in the chat. Харе Кришна, дорогие преданные, Гуру... А, Матаджи, Елена. Да. Задавайте. Харе Кришна. Спасибо большое. Харе Кришна, преданные, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня сегодня три вопроса, прошу прощения, но надеюсь, они не такие длинные. Первый вопрос. Если до того, как стать преданным, человек совершал греховные поступки, то сколько требуется времени, чтобы Господь простил? Hare Krishna, dear Guru Maharaj, dear devotees, please accept my humble businesses. There are three questions. The first is, if a person has committed a sinful activity before he become a devotee, how long does it take for the devotee? How long does it take for him to be forgiven by the Lord? Well, it can take a moment if he fully surrenders to the Lord. Это может занять одно лишь мгновение, если он полностью предастся Господу. One has to be genuinely sorry that he's committed that he's done something sinful, and he has to promise to the Lord that he will never do it again. Человек должен извиниться, действительно искренне извиниться перед Господом, попросить у него прощения, и что он больше никогда это не будет делать. That is a sign that one is genuinely sorry, that he says, I promise I will never do this again. И это признак того, что человек просит прощения искренне, когда он говорит, что я больше никогда этого не буду делать. Then the Lord can forgive us. Тогда Господь может простить нас. But we have to stay engaged in His service. Но мы должны продолжать заниматься преданным служением Ему. We have to regularly chant, and we have to regularly hear about Krishna. Мы должны регулярно слушать, регулярно о Кришне и регулярно воспевать Его имя. Otherwise, something else will happen. We'll do some other sinful activity. Иначе произойдет что-то еще, и мы совершим еще какой-то греховный поступок. Anything which is done, which is not for Krishna, is sinful. Все, что сделано не для Кришны, является греховным. So we want to be fully engaged in Krishna's service. Поэтому мы должны быть полностью заняты в служении Кришне. It doesn't mean you have to become a full-time devotee and live in the temple. But what you do have to do, you have to have Krishna consciousness wherever you are. Это не значит, что вы должны быть преданным все 24 часа в сутки и жить в храме. Нет, вы просто должны быть, вы должны находиться в сознании Кришны там, где вы есть. Yeah, you have to be willing to fully commit yourself to Krishna, to be conscious of Krishna. И вы должны быть полностью готовы посвятить себя сознанию Кришны, находиться в сознании Кришны. Krishna can forgive us once, maybe even twice, but if it comes again and again, then you're just a rascal. Кришна может нас простить раз, два, но если вы делаете это снова и снова, вы просто негодяй. Krishna won't take you seriously. If you do the same things again and again, then Krishna won't take much interest. И если вы будете совершать одну и ту же ошибку, одни и те же действия снова и снова, то Кришна уже не будет принимать вас всерьез и не будет заинтересован в вас. You think this person's not serious? He said they're saying they're a devotee, but they're not serious. They don't follow. Но эти люди говорят, что они преданные, но они не серьезны в этом, они не следуют. So we have to be very careful.
Поэтому мы должны быть очень осторожны. What's second question? Second question. Второй вопрос. Thank you very much. Thank you very much, Гуру Махарадж. Второй вопрос такой. Как понять, что то, что сейчас тебе дает Господь, это именно то, что нужно? Как перестать хотеть получить другую карму? Как согласиться со своим положением? How do I know that what the Lord is giving to me now is exactly what I need? How do I stop waiting to get another karma? How do I accept my karma? Well, we have to have faith in the Lord, that he, Krishna, that we understand Krishna to be the cause of all causes. We understand everything is under his direction. So we have to just simply accept this on the basis of the scriptures. Мы должны иметь веру в Господа, и мы должны понимать, что Кришна причина всех причин, и все находится под его контролем, и все. And what is on the basis of the scriptures? That we accept our situation as the arrangement of Krishna. И мы принимаем нашу ту ситуацию, в которой мы находимся, как то, что сделал, организовал для нас Господь Кришна. And we see that when we follow the four regulative principles and chant 16 rounds at least every day, that our life will improve, our condition, our state of mind and our consciousness will all be much better. И если мы следуем четырем регулирующим принципам, каждый день повторяем 16 кругов, то наш ум изменится, наше состояние сознания изменится, условия жизни изменятся. But if we don't follow these things, if we don't do these kind of things, if we don't follow the devotional style, and we just live a materialistic life, then we will be constantly agitated and disturbed by desires for sense gratification. И если мы этого не делаем, то мы постоянно будем нас постоянно будут беспокоить какие-то материальные вещи, материальные проблемы. And we're forced by the material energy to engage in so many foolish activities and to do a lot of silly things. И материальная энергия заставит нас заниматься какой-то глупой материальной деятельностью, совершать греховные какие-то поступки. And so by experience we can understand that it's much better for us to follow the principles of Krishna consciousness. И благодаря опыту мы поймем, что следовать принципам преданного служения гораздо лучше для нас. We may not be very rich. We may not be very rich. That's not important. Возможно, мы не слишком богаты, но это не так важно. We see the people who have all the money, they're often much more in the mode of passion. Мы видим, что люди, у которых есть деньги, больше находятся в гуне страсти. But people in the mode of passion, they're very attached to sex. They want sex all the time. And because they want sex, they have to work very hard. А люди, которые находятся в гуне страсти, они постоянно хотят секса, а поскольку они этого хотят, то они для этого должны постоянно усердно работать. So that's the nature of the mode of passion. Many desires, never satisfied. И такова природа гуны страсти, множество желаний и нет никогда удовлетворения. But devotee cultivates the mode of goodness. Но преданный развивает гуну благости. He's not so attached to sex. He's not. He doesn't worry about it. He's not so eager to get involved with a lot of sex. И он не особо вовлечен. Вовлечен желанием заниматься сексом. And they can live simply because they're not very passionate. They're in the mode of goodness, so they don't make a lot of money, but they're peaceful. They're happy. И преданные
им особо не нужно чего-то много для жизни, поскольку они не находятся в гуне страсти, а находятся в гуне благости, и они умиротворены. Им не особо, может быть, у них им нужны и не нужны деньги. And the people who have the money and they have all the sex and everything else, they're not happy. И преданный при этом удовлетворен, но у людей, у которых есть деньги, есть секс и прочее, они несчастны. They're the ones suffering in the material world. Они испытывают в материальном мире только страдания. Yeah. And another question? И третий вопрос. Нужно ли преданному совершенствоваться в профессии, если, например, требуется время для проведения курсов, повышения квалификации, чтобы лучше работать? А это время можно потратить на служение Богу, воспевание святых имен и так далее. Вот нужно ли идти, ну, на такие курсы преданному? Does the devotee need to improve in his profession? If, for example, you need time for advanced training courses in order to work better, and this time can be spent on serving Krishna, chanting his holy names and so on, do I need to take advanced training courses? To chant the holy name, do you need to take advanced training courses? No. Does the devotee need to improve in his profession? If, for example, one need time for advanced training courses in order to work better, and this time he can spend on serving Krishna, on chanting holy names and so on, does this devotee need to take these advanced training courses? Not necessary. Нет необходимости в этом. You need a job. If your job is, if they demand that you have to take this course, then you may have to do it. But try to avoid if you can. В этом нет особой необходимости. Вы просто, если у вас есть работа, этого достаточно. Если вам необходимо это прям делать, но старайтесь избегать. Yeah, we have enough things to do. If we can get more time to chant and to be devotee and to practice kirtan and so on, that's more important than some trying to improve your job. И петь киртан или делать еще какие-то, заниматься преданным служением, это гораздо более важно, чем пытаться как-то быть лучше в своей работе. But if your boss says you have to do this, then you may have to do it. Но если вас босс говорит, что ты должна это сделать, тогда вы должны это сделать. But try to avoid. Ну, старайтесь избегать. Okay. Хорошо. Спасибо большое. Да, спасибо. Okay. Елена, Hare Krishna. Спасибо. Thank you for your questions. Спасибо вам большое за ваши вопросы. Махарадж. Hare Krishna, thank you very much. Next question? Yeah. Hare Krishna, Гуру Махарадж и дорогие преданные, когда Шрила Прабхупада вводил какие-то новые правила в ИСККОН, например, разрешил инициацию для женщин. Он говорил, что учитывает время, место и обстоятельства. Сейчас преданные тоже часто объясняют свои отклонения от философии и практики сознания Кришны временем, местом и обстоятельствами, ссылаясь при этом на Прабхупаду. Если мы находимся не на уровне ачарьи, в каких случаях это объяснение правым? Hare Krishna Guru Maharaj and the devotees, when Srila Prabhupada introduced some new rules in ISKCON, such as allowing initiation for women, he said that he took he did this because of time, place and circumstances. Now devotees often explain their deviations from the philosophy and practice of Krishna consciousness by time, place and circumstances,
referring to Srila Prabhupada, if we are not on the acharya level, in what cases is this explanation justified? Well, we have to consider the higher principle. What is the higher principle? The principle is to please Krishna, to do more better devotional service, then it may be justified. И это будет оправдано в том случае, если мы используем Кришну, используем тот принцип, что Кришна будет удовлетворен, и все это будет лучше. То, что я делаю, будет усовершенствовать мое служение ему, и Кришна будет доволен. Prabhupada could adjust the principles. We are not on Prabhupada's level. We are not acharya like Prabhupada that he could adjust. We follow Prabhupada's instructions. И Шрила Прабхупада оправдывал это, поскольку он находился на уровне ачарьи, мы на этом уровне не находимся, и мы просто должны следовать Прабхупаде. Prabhupada said, chant at least 16 rounds, we cannot adjust that. И Шрила Прабхупада говорил, повторяйте как минимум 16 кругов, и мы не можем этим пренебрегать. We have to be very careful trying to imitate Srila Prabhupada or try to take Srila Prabhupada's position and adjust principles. That's not so easy thing to do. И мы не должны пытаться как-то встать на место Шрилы Прабхупады и занимать его положение. Это, конечно, не просто. So, Prabhupada, the Acharya, he set the principles. We have to follow Prabhupada's instructions. И Шрила Прабхупада является ачарьем, и он устанавливает принципы, а мы должны просто следовать его наставлениям. It's a very dangerous thing to start trying to adjust the principles. You have to be very, very intelligent to do that. И это очень опасно изменять принципы. Вы для этого должны быть очень-очень разумны. And that would you would want to consider carefully, guided by sadhu, shastra, and guru. И вы очень осторожны, при этом очень внимательно должны следовать за гуру, саду и шастрами. Okay. Is there any other questions? Yes. Раджарани Матадж, ваш вопрос. Раджарани Дивидаси. Харе Кришна, Шри Прабхупаде, любите мои поклоны. Сегодня говорили о наставлениях, стандартах. Это Вайдхибхакти. Что преданных переводит на уровень Рагануга? Спасибо. Харе Кришна, Харе Кришна, all glories to Шрила Прабхупада. Please accept my humble obeisances. Today we talked about instructions. Standards, it's Vairi Bhakti. What brings devotees to the level of Raganuga? Thank you. What brings devotees to the level of Raganuga? Yeah. Oh my goodness. Well, you have to simply follow Vairi Bhakti. You follow the principles of Vairi Bhakti, naturally you will come to Raganuga. Вы просто должны следовать принципам Vairi Bhakti, и естественным образом вы придете к Рагануге. Within our Krishna Conscious Program, there are many aspects of Raganuga Bhakti there. You don't have to have any new practice. Everything is there within the principles of Krishna Consciousness.
И в нашей программе для преданных в этих принципах сознания Кришны заключены те принципы Рагануги, вы должны еще где-то следовать чему-то еще. Worshipping the deities, chanting the holy name, sankirtan, this is all Raganuga bhakti. Поклонение божествам, воспевание святого имени, санкиртана, все это принципы Рагануги. You don't have to do anything new. You just have to do what you're supposed to do. What you're supposed to do. И вам не нужно делать еще заниматься чем-либо новым. Вы просто должны делать, что предполагается, что вы должны делать. And then, naturally, you develop an attraction towards a particular devotee. И тогда естественным образом вы разовьете свою привязанность к определенным преданным. And we will want to cultivate. We want to hear more about that devotee and about their activities. И тогда в таком случае мы хотим больше слушать об этом преданном, о его деяниях. Somebody may be very attracted to the activity to Mother Yashoda. They may have a strong desire to want to follow like Mother Yashoda. Например, кто-то хочет следовать за матерью Ишодой. Он очень хочет, у него очень сильное желание действовать так же, как она. So they read, they hear constantly about Mother Yashoda, and they read about pastimes which took place there with Mother Yashoda and Vrindavan. И такой преданный постоянно читает о ней, постоянно читает об играх во Вриндаване, которые с ней связаны. And in this way they follow the mood of Mother Yashoda, always thinking about Krishna, singing songs about Krishna, Lord Krishna's pastimes. И таким образом они следуют ему настроению матери Ишоды, на все время поют о Кришне, думают о Кришне, об играх Кришны. So it comes naturally. You just follow very carefully Vaidhi Bhakti. You do all the different rules and regulations, and naturally you will develop an attraction towards a particular devotee. И все это приходит естественным образом. Вам для этого лишь нужно строго следовать принципам Вайди Бхакти, исполнять все правила и предписания, и тогда у вас постепенно, естественным образом появится привязанность к какому-то определенному преданному. Okay. Yes, some more questions. Yes, there is a question from the chat. Харе Кришна, ваше святейшество, вы сказали про уровень ученика 16 плюс 4, но ведь этого недостаточно для принятия гуру. Если нет желания вернуться к Кришне, а просто есть желание находиться в обществе преданных, быть задействованным в миссии Шрилы Прабхупады, как приобрести высшую цель жизни? Krishna, Your Holiness, you said about the disciple level, 16 plus 4, but this is not enough to accept a guru, is it? If there is no desire to return to Krishna, but simply a desire to be in association with devotees, to be engaged in the mission of Srila Prabhupada, how can one attain the highest goal of life? You don't have the desire to be with Krishna. If there is no desire to come back to Krishna, and only the desire to associate with the devotees and to be engaged in the mission of Srila Prabhupada. They have that desire. They like to be with the devotees and to serve the mission of Srila Prabhupada. Yes? Yes, he has. They like that. Well, that's good. You have that desire. Very good. Then, you want to keep that desire. You do want to stay in the Krishna consciousness movement. You should get initiation.
And that way then you can be a good part of the Krishna consciousness movement. You can be connected to Prabhupada and to his devotees. The other devotees are all initiated. Why will you not get initiation? И если у вас есть хотя бы вот это желание находиться в обществе преданных и быть задействованным вместе с Шилопрабхадой, то это очень хорошо. Продолжайте это делать и просто почему бы примите инициацию у всех остальных преданных вокруг. Они уже приняли посвящение, почему бы вам не сделать это и просто и продолжать делать то, что вы делаете, быть в их кругу. You don't have a desire to go up to be with Krishna, but you like to be with Prabhupada, you like to be with his devotees. Okay, it's very good. Если у вас нет желания быть с Кришной, но есть желание быть со Шрила Прабхупадой, с преданными, то это хорошо. So stay with the devotees, chant Hare Krishna, and be happy. Оставайтесь рядом с преданными, повторяйте святое имя, будьте счастливы. If Krishna wants you to go back to Godhead, if you don't want to go back to Godhead, not a problem. You can stay here. Stay here and chant. Stay here in Prabhupada's movement. Just stay a devotee and take part in Prabhupada's movement. It's very nice. If Krishna wants him to come back, If Krishna wants you to come back, just tell Krishna you don't want to go. Tell him I just want to stay here. И если Кришна хочет как-то забрать вас обратно к себе, но вы можете просто сказать, я не хочу идти, я хочу остаться здесь с преданными в движении Шрилы Прабхупады, хорошо, просто продолжайте этим заниматься. Krishna won't mind, he'll be happy that you're here. Кришна будет счастлив, что вы здесь. Just be a devotee, wherever you go, just be a devotee, that's the important thing. Просто будьте преданным, куда бы вы ни отправились. Именно это очень важно. Devotee doesn't see any difference between heaven and hell and liberation. It's all the same. И преданный не видит разницы между раем, адом и освобождением. Для него это все одинаково. So wherever you go, you just want to be with the devotees. That's the important thing, to be in the association of devotees. И куда бы вы ни отправились, вы хотите быть с преданными, это очень важно, общаться с преданными, это очень важно. Even if we have to become a dog, let it be in the home of, let it be with a devotee, be the devotee's dog. И даже если мы станем собакой, то пусть лучше это будет собака, которая живет в доме у преданных. If we even have to be an insect, let us be an insect in a devotee's home. Если мы станем какими-то насекомыми, то пусть мы будем жить в доме преданных. We want to hear the holy name. We want to get prasadam. Мы хотим слушать святое имя, мы хотим получать прасад. So we should be attached to Krishna consciousness. Yeah, we should be attached to the Krishna consciousness movement. We should like the activities. И мы должны быть привязаны к сознанию Кришны, мы должны быть привязаны к движению сознания Кришны, нам должна нравиться вся эта деятельность. So that's good. You like all the activities, you like devotees. It's very nice. Ну, это очень хорошо, что вам нравится вся эта деятельность, вам нравится преданное, это очень здорово. But you should take a spiritual master. Но вы должны принять духовного учителя. You do need a guru, you need somebody, some authority figure behind you. Вам нужен гуру, вам должна быть какая-то личность, какое-то руководство над вами. So this is the recommended process of bhakti yoga. Это рекомендованный процесс бхакти йоги. We're all worshipping Srila Prabhupada. He's the founder Acharya. Все мы поклоняемся Шриле Прабхупаде, он Ачарья, основатель. But Prabhupada cannot give initiation. Но Прабхупада не может давать инициацию.
But initiation is the process by which we develop transcendental knowledge and by which we get relief from our karma. Но инициация – это процесс, через который мы получаем трансцендентные знания и процесс, через который мы избавляемся от нашей кармы. So it's important, an important part of devotional service. И это очень важная часть преданного служения. Yes. Она закончена? Yes. Следующий вопрос. Раджарани Матадж, можешь? Раджарани Матаджи, ваш следующий. Слышу, включаю телефон, Кришна. Гуру Махарадж, может быть такое, что ты до конца жизни не сможешь исполнить наставление своего гуру? Как быть? Какие последствия от такого бессилия от анархии? Спасибо. А последствия от такой анархии? Ну вот это вот через запятую. Да, да. Мешает и анархия. Guru Maharaj, can be that you will not be able to fulfill the instructions of your guru for the rest of your life. What should I do? What are the consequences of such anartha, of such an importance? Well, if somehow you're not able to fulfill the instruction of the guru, you should approach him and ask him if can we change it, can we modify it, is there something else I can do? И если вы не можете выполнить наставление духовного учителя, то вы должны подойти к нему и спросить, а можем мы как-то, можете ли вы как-то изменить ваше наставление, дать такое наставление, которое я смогу выполнить? We see Bhaktisiddhanta Sarasvati, he told his disciples he wanted to preach in Western countries. Ишила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил своим ученикам, вы должны проповедовать в западных странах. So he sent some disciples there and he was sending money to maintain them every month. И на Западе было несколько его учеников, и каждый месяц им высылались деньги для того, чтобы их поддерживать. But after some time, then he brought them back. Ну, спустя какое-то время он звал их обратно. Yeah. The time was not right, it was not so easy to do something. Время было не совсем подходящим, и было не так-то просто что-то сделать. So he brought them back. You stay here in India, just preach in India. Поэтому он их вернул обратно в Индию, они оставались в Индии и проповедовали там. So the instruction of the spiritual master may be there. You may not be able to fill it in this life, but somebody else will come in the future. They can take that instruction. И возможно, какие-то наставления духовного учителя вы не сможете выполнить в этой жизни, но, возможно, кто-то в будущем придет и выполнит это наставление. The important thing is to remember Krishna, to become Krishna conscious. И важной вещью является помнить о Кришне, быть сознающим Кришну. Spiritual master gives instruction to keep us engaged in Krishna consciousness. И духовный учитель дает нам наставление, чтобы мы продолжали оставаться в сознании, продолжали быть вовлеченными в сознание Кришны. So if you're fully engaged in Krishna consciousness, but somehow it's not the instruction of the spiritual master, then you know you just simply have to explain to the spiritual master the circumstances. И если вы занимаетесь преданным служением, но это не является прямым наставлением духовного учителя, то вы должны просто объяснить духовному учителю обстоятельства. And generally the spiritual master will be happy to see that you're fully engaged in Krishna consciousness, even though you're not doing what he wanted. И обычно духовный учитель очень рад, если вы полностью заняты преданным служением, даже если вы не делаете то, что он хочет. And just like there was one couple, Prabhupada sent them to Hong Kong
And they were in Hong Kong, and they were to begin the temple there. And they were preaching there in Hong Kong for some time. But then they left. И, например, была такая супружеская пара. Шрила Прабхупада отправил их в Гонконг, и они основали там храм, какое-то время здесь проповедовали, но потом они покинули Гонконг. And so, you know, Prabhupada wanted them in Hong Kong. Their instruction from Prabhupada was to stay there in Hong Kong and to go back to Hong Kong and preach there, but they were not able to do it. И наставлением Шрилы Прабхупады было то, чтобы они проповедовали в Гонконге, оставались там, но они не смогли этого сделать. But anyway, they kept their Krishna consciousness and they were active in Krishna consciousness, so okay. Но тем не менее они поддерживали сознание Кришны, были активны в сознании Кришны. Ну что ж, хорошо. Prabhupada, the spiritual master is happy if he sees a devotee in Krishna consciousness. Somehow he finds some engagement for himself to keep himself busy in the service of Krishna. That's the main thing. И Шрила Прабхупада, духовный учитель, он рад, что если преданный занимается преданным служением, если он остается в сознании Кришны и сам занимает себя, это главная вещь. And это важно. The instruction which he gave to you personally can always give to somebody else. И те наставления, которые он дал лично вам, он может дать кому-то еще. Mm-hmm. Is it clear? Этот момент понятен. Раджарани Матиджи. Раджарани Матиджи. Busy. All right. Are there any other questions here? Yes, there's a question from chat. Hare Krishna, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Должны ли преданные следовать наставлениям Ману Самхиты? Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my humble businesses. Itsuru Krama Prabhu. The question is, should devotees follow the instructions of Ману Самхита? Generally, we don't follow the Manasamhita. We follow the instructions given by our founder Acharya, Srila Prabhupada. And he said all of his instructions are in his books. И обычно мы не следуем наставлениям Манусамхиты, мы следуем наставлениям нашего Ачарьи Шрилы Прабхупады, и все его наставления находятся в его книгах. So if there's something which is in the Manasamhita, which is important, then it will be in Prabhupada's books. Если в Манусанхите есть то, что действительно важно, тогда это все будет в книгах Шрилы Прабхупады. We don't have to do just simply study Manusamhita. Manusamhita, Prabhupada said, was not so important for us in this time and level of society that wasn't going to be very practical for people today. Шрила Прабхупада говорил, что Манусамхита не совсем подходит тому состоянию общества, в котором мы сейчас живем, и она может быть не очень практична для современных людей. Try to stick with Prabhupada's books. If you're with Prabhupada's books, following Prabhupada's instructions from his books, then you're safe. Пытайтесь придерживаться наставлений, которые Шрила Прабхупада дает в своих книгах. Если вы будете это делать, то вы будете в безопасности. But if we start going to other books, other places, then it's dangerous. You have to be very careful. Если вы принимаете наставления, находя их где-то в других местах, в других книгах, то вы должны быть с ними очень аккуратны. Это очень опасно. So we have to be loyal and faithful to the founder Acharya. Do what he wants. Таким образом, мы должны быть верны и верить в Ачарью Основателя, следовать тому, что он хочет. Is Uru Kram back in Russia now? What?
Урукрам, is he in Russia now, or is he still in Vrindavan? Урукрама Прабху, вы в России или еще во Вриндаване? Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, извините мои поклоны. Сейчас находимся в Нью-Дели, в храме Скон. В марафоне Шрилы Прабхупады по распространению. С группой Харинадавана вместе проводим харинамы каждый день и спросим. Now we are in the temple of New Delhi. We are in New Delhi in the temple with the devotees from Vrindavan, and every day we just do harinams. We are just take part in marathon of Srila Prabhupada. Oh, very good, very nice. Отлично, очень хорошо. Take care there. Keep yourself healthy. Пожалуйста, позаботьтесь о себе, о своем здоровье. Спасибо большое, Гуру Махарадж. Харе Кришна. Мой вопрос был по Ману Самхите. То в одном из комментариев Шрилы Прабхупады, Бхагавад-гите, что Шрила Прабхупада рекомендует людям давать этим законам Ману Самхите. И вот я так есть в первом варианте у меня. И там одно из наставлений Гайтри, утреннее, утром Гайтри, может быть, это не так важно, но просто у меня вопрос возник. И нигде, в принципе, я не слышал об этом. Это было наставление Шрилы Прабхупады, чтобы наставление для людей, да, что людям можно говорить, чтобы они читали Ману Самхиту и утром читали Гайтри. Я правильно услышал? Нет, я просто вот сейчас прочитал Ману Самхиту, и там вот есть наставление про Гайтри читать утреннее, стоя, не сидя, вечернее сидя, а утреннее стоя. Насколько это важно? Урукрама Прабху just read Ману Самхита, and there is one instruction about Gayatri Mantra that in the morning we should read it just standing, and in the evening we should sit, and in the morning we should stand. Is it very important? Well, some devotees follow it, but there's a different instruction in other places. I think there's another book. One devotee came to me about, I had a discussion about this one time, and what it says in Manu Samhita is different from what it says in another place. I think Hari Bhakti Vilas says, or some other book by the Goswamis, it said, sit down and meditate, sit down and chant the Gayatri Mantra. But there are people who stand to chant the first Gayatri Mantra. Есть люди, которые преданы, которые следуют этому наставлению, но есть какая-то другая книга одного из Госвами, кто-то недавно из преданных приносил ее, и мы вот этот момент как раз обсуждали, и Госвами, этот один из Госвами там пишет, что вы должны сесть и медитировать, то есть вы должны сидеть читать Гайатри Мантру, но то есть есть другие наставления в других книгах, но тем не менее есть преданные, которые стоят это делают. We usually see Prabhupada sitting down to chant Gayatri Mantra. Мы обычно видели, что Шрила Прабхупада обычно сидя читал Гайатри. I remember though every morning Jaipataka Swami used to come and he would stand in front of Prabhupada and chant Gayatri Mantra every morning. And я видел, как Джайпатака Махарадж, он каждое утро приходил к Шриле Прабхупаде и читал Гайатри Мантру стоя. So it's up to you, time, place and circumstances, do what you can. The main thing is to chant the Gayatri Mantra. Поэтому время, место и обстоятельства, основная вещь — это то, что вы должны читать Гайатри Мантру. Whether you're standing or sitting down, it's not important. Не так важно, сидите ли вы или стоите при этом. Okay. Спасибо большое. Thank you very much. Yeah, standing, that's a detail. It's a detail. The principle is the chant, right?
и воспевать Гаятри мантру, читать Гаятри мантру стоя — это деталь. А принцип, основной принцип — это читать ее. All right. Any other questions? No questions in the chat. No more questions? Mm-hmm. Okay. So we'll finish here today. Итак, сегодня мы здесь остановимся. So thank Татьяна very much for translation. And thank all the devotees for questions. Спасибо большое за вопросы. Thank everyone for listening. Спасибо большое всем за то, что вы слушали. And may Krishna give you a nice week in Krishna consciousness. И я желаю, чтобы Кришна дал вам еще одну неделю в сознании Кришны. Please take care and protect yourself from this COVID virus. Пожалуйста, позаботьтесь о себе, защищайте себя от этого вируса. We want to keep ourselves healthy, use the body for the service of Krishna. Я хочу, чтобы все мы поддерживали свое здоровье ради служения Кришне. So, Srila Prabhupada ki jai. Jai. Go back to Vrinda ki. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna.